очень гордимся, что с Александрой Николаевной и Николаем Николаевичем большой дружбой связан конкурс «Синяя птица». Я вам бесконечно признательна, мои дорогие и любимые, за то, как вы поддерживаете ребят в самом-самом начале их творческого пути. Трудно себе представить, насколько для них это важно. И огромное спасибо, что вы сегодня их пригласили участвовать в этом историческом событии. И сейчас на исторической сцене Большого театра России появится веселый девичий квартет. Это выпускники «Синей птицы», маленькие, но очень гласистые певицы Катя Прокофьева, Маша Ермакова, Карина Антипова и совершенно фантастическая балалайщица Настя Тюрина. Исполнят они песню подруг Александры Пахмутовой и Михаила Матусовского, которая еще называется «Хорошие девчата». «Веселые подруги». Заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Судьбе своей навстречу идем и без оглядки. Куда нас не пошлете, мы везде найдем друзей на цели. Бараки и палатки всюду с нашим приходом становится светлей на целине далекой. Бараки и палатки всюду с нашим приходом становится светлей. То поднимаясь в гору, то опускаясь круто, и жить дорогой.